Здравствуйте, а вы ютубер, да? Да. То есть я искал этот дом, тут ходил. В общем, вот. Так, сын дома сейчас? Да. Так, еще для зрителей. Это мама, у нее есть сын, который плохо себя ведет. Я по этому поводу пришел, уже многие знают. Вот Кристина. Вот, да, познакомьтесь, зрители, сейчас разделяюсь. Проходите. Так. Сейчас я его позову, да? Так, это у нас, компьютер вынял. Вот, смотрите, взял, поломал. С психом. Он поломал этот компьютер? Да. Недавно вот купили. Он его, это реально он сделал этот? Да, вещь? Вон, смотрите, клавиатуру с психу сломал. Это он, это же маковское все. Как да. Он? А где он? Это он в комнате? Марат, наушники сними, иди выйди, к тебе гости пришли. Привет, здорово, а чё так? Здравствуй, мой дорогой друг. Я знаю, ты любишь играть в Майнкрафт, поэтому заходи на наш сервер Седжукрафт, куда мы установили зимнюю новогоднюю карту. И ты получишь ровно такие же права на сервере, как у меня, если ты станешь привилегией владелец сервера. Став владельцем, ты сможешь прописать себе гейммод 1 и построить абсолютно любой дом на сервере. Ну и как владелец сервера, ты сможешь защитить свой регион вообще от всех гриферов на сервере при помощи команды Protect, и никто не сломает твой дом. И конечно же, если ты сейчас зайдешь на наш сервер и пропишешь в чат команду донат, ты увидишь, что на владельца сервера действует скидка в 90%. Поэтому не упускай свою возможность и заходи сейчас на Седжукрафт. Короче говоря, просто становись владельцем сервера и получи почти все права, как у меня. Кстати, купить привилегии ты можешь прямо со своего телефона. Просто заходи на наш сайт, напиши свой ник и выбери привилегию. Седжукрафт будет тебя ждать. А что ты успокойся, а что мне нельзя снимать? Погоди, ты меня узнал? Да как, зачем я его пустила? Нет, стоп, подожди. Зачем ты его пустила? А что ты такой, а что ты так злишься? А что он меня снимает? Ну ты посмотри, как ты себя ведешь. Я только пришел, ты уже на меня наехал. Ты не имеешь права меня снимать. Почему? Мне мама разрешает. А ты в какую игру нас играешь? Какую игру играешь? Играю. Расскажи, в какую игру играешь? Майнкрафт. Майнкрафт играешь? Опа, много совпадений. Твоя мама меня впустила. Ну обычно игра. А почему я пустила человека? Да, почему меня пустили? Не знаю, он врет. Ты меня знаешь, наверное? Нет, не знаю. Не знает меня, смотри. Он меня не знает. Кто? Конечно, что? Он никого не никого знает. Никого не знает. Может, ты и меня тоже не знаешь, да? Я тебя знаю. Да. Играешь, вот, у тебя, вон ты, какие-то ролики. Это он смотрел? Что, кто это смотрел? А я не знаю, что там смотрел? Да это игра, я просто... Какая игра? Вон, ролик. Вот, смотрите, игра. Смотрите, поехал со своим Майнкрафтом. Взял, разломал вообще нам. Да это не... Компьютер это, я недавно это ты сделал? Да, нет. Вот смотрите. Это мой... Смотри, какая трещина. Я хочу то и делать, да. Что хочу, да то сделать. Да что смотри, ты говоришь? Это твоя трещина? Твой компьютер, ты вы его купил? Не а кто будет платить за замену зачем? Экрана? Но все равно вы не пользуетесь им. Я им на нем играю и все. Ну, то есть ты признаешь, что это ты разбил? Ну, да, я разбил. А как ты разбил? Как ты мог разбить монитор Apple? Это iMac? Да? Ну как-то разбил, да? Видимо, как-то получилось. Ну как ты разбил клавиатуру? Ты швыряешь здесь все, сидишь вот так возможно, вот? Возможно, может быть. Это реально он так себя ведет? Да, периодически, да. Я уже не знаю, что да это вранье все, хорошо себя ведет. В смысле веду? Вранье? Ты только сейчас... Ладно, хорошо. Каждый ведет себя да. Так. Да, правда. А матерится? Так, бывает. Бывает, да? Приватно? Это когда играет в основном. А, то есть, ну, слышно, да, сидит, играет, например, что там... Я матерюсь, это все вранье. Нет, знаешь, я вот на тебя... Все врут, кроме тебя. Не, я вот на тебя смотрю. Нет. Вранье. Ты смотри, сколько ему лет, смотри, большой какой. Сколько тебе лет? Это вранье. И ты так себя ведешь, да. Это все, да что вы делаете, что вы мне прилетаете? Он взрослый у нас парень, его компьютер, он сам знает, как себя вести, знает. Просто я обычно прихожу тем, кто поменьше, а вот он большой, и ты вот гриферишь, скажи, зачем? Да я не гриферю, они сами на меня нападают, что я могу сделать? Ну ты же играешь в Майнкрафт? Ну конечно. Ты владелец сервера на Седжукрафт, ну, правильно? Ну конечно. Ну ты гриферил, у меня, ну есть. Да не гриферил я их. Вообще никого никогда, смотри, никого никогда не килял, не сетал пол, ничего вообще, не банил, не кикал, ничего. Не вообще, то есть нет. Вы сейчас свидетель, да? Он говорит, что он вообще ничего вообще не делал. А это что вообще такое? Да, объясни, что такое банить, кикать, что ты делаешь? Объясни, что ты делаешь. Я этого не делаю. Расскажи. Я не делаю такого, это что? Нет, он реально, то есть никого не волнует, что он? Он слабый. Я покажу зрителям, может просто на камере, я не знаю. Главное, что его не волнует. Это настоящий Apple-ский монитор. Он же дорогой, он же стоит. Ну, 1100, я не помню, то ли за 100 мы его покупали. 100, 109, они разные цены есть. Да, есть да, вообще да, полмиллиона цен. Но этот, наверное, за 100, да, где-то? Да, и либо замену делать, либо уже выкидывать. А как это делать? Это ж...
Это надо... Это ж денег стоит. Это не просто стекло нас... поменять, здесь надо... Но он у нас взрослый, это его компьютер. Смотри, это ты кидаешь, смотри. Смотри, бита здесь. Это он кидает? Да, да, а, да, ну вот она и трещина. Летит, он... Вот, посмотрите, она же трещина идет, вот она. Удар, камера, не знаю, видит, нет. И вот она трещина телефон пошла. Телефон свой так разбил. Телефон разбил? Да, мне кажется, есть подозрение, что он телефон у него кинул. Телефон кинул? А может, клавиатуру кинул? Вот, может, давай. Клавиатуру кинул, а может, и то, и а что ты кинул? Может, расскажешь? И вообще ничего не кидал, он сам упал и на пол. В общем, я хочу, у меня есть видео, я хочу показать. Ага. То есть я не просто так. Сейчас я покажу. Ты думаешь, я просто так пришел? Сейчас. Сейчас он прогрузит. Ты не думай, он прогрузит. Здесь игра. Интернет у вас. Марат, ну конечно. Вот, так, вот, вот, посмотрите, такой... посмотрите. Ага. Посмотрите, сейчас объясню внимательно. Я специально дома включил этот момент. Посмотрите, вот игроки ага. играют. Ага. Опа, пол сетнули, все полетели. Это не я. И это... по... Ну не и я, все, нет. конец. Вот ничего видите? Себе. Это он ничего в игре себе. Делает. Нормально, да, какой ты мудрый? Добрый это мне... я такого не делал. Это ты сделал. Добрый сынок, оказывается. Это ты сделал. Это что за неправильный кадр? Я вообще обычно выживаю. Слушайте, что, запретить играть в игру, я не понимаю. Да нет, я вообще адекватно себя веду. Каждый день все. Заметно. Вот, да. вот ну, сейчас показали упал видео. На пол, что я поделать могу? Просто упал на пол. Он, короче, про людей, которые, ну, живые. Он говорит, упали на пол, и все. Я про монитор говорю, не про людей. А, у тебя монитор упал? Так он упал, или ты в него что-то кинул? Упал он, конечно. Ты везде, ты везде. Он и кинул, он и кинул, и упал. Может, ты с ноги его вообще? Вообще никогда, никогда. Да вообще, я честный человек, он всегда... Слушай, тебя сейчас зрители смотрят и видят, что ты, ну, прикалываешься. Ну, что ты пытаешься нас обмануть вот так. Да не вру я. Это... Ну, ты прям скажи вот людям, что ты не врешь. Не вру я. Вообще ни разу. Вообще ни разу. Ребята, пишите, он врет или нет. Как ты сам, вот ты сам как думаешь? Вот ты сам на себя посмотришь? Я на себя посмотрел. Да, ты сам вот посмотри и скажи, напиши прям сам комментарий под видео. Я не вру. Посмотрим. Вот я бы сразу написал, я не вру, адекватно, по своим... А че щечки покраснели? А, не знаю. Да. А кто это? Да. Кто это? Он ничего, он не знает. Я этот ролик выложу на канал. Он знает мой канал. Он знает Сержу Серджу Крафт, канал Серджу. Он все это знает. О, уже не выкладывай. Посмотрите. Уже не выкладывай. Да пусть людям будет. Зачем? Зачем? Видео будет. Люди комментарии напишут. Как ты разбил этот... Да ну вас. А че, кто ты пошел? А кто ты пошел? Марат, тебя кто отпускал? Я не поняла. Марат, открой дверь. А, все, убежал? Ну, выйди. Марат. Вот так. Все, заперся. Да? А что ты, а ты убежал сразу? Ну, что ты убежал? Скажи, я здесь, с камерой. Врать не Марат. Сильно приятно, да, Марат? Марат, вы, видео все равно выйдет. Марат, выходи давай, не веди себя по-свински. Выходи. Он уже повел. Я не выйду. Не выйдешь? Да выходи, что ты? Значит, будешь сидеть в комнате месяц без компьютера, понял? Хорошо. На самоизоляции. Да. Будешь самозанятый. В общем... Не, я просто поверить не могу. Может быть, просто у кого-то в Америке там это нормально считается, разбить такую технику. У них там у каждого второго, у каждого первого есть. Но когда я вижу Apple-скую, это... Ну, можно я да, конечно, покажу? Конечно, я хочу ребятам да. показать. Я даже присяду. Вот. Это настоящее. Вот. Можно посмотреть, как здесь все вот все это работает. Все вот это, если понажимать, вот настройки какие-то. Только вот, настройки. Все работает, все по-настоящему. Это настоящий... Apple техника, и она, вот она трещина. Вот с этого ракурса очень огромная, видно. Вот смотрите, на весь экран. Большущий. Я не знаю, как он так умудрился. Очень вот. Большая трещина. То есть я с этого ракурса прям показываю, и он, получается, его разбил. Да? Я сомневаюсь, что он его уронил, конечно. Слышал, да? Ты разбил. Слышит он все. Слышит он все, да. Пусть стыдно будет. Ну, я ролик показал, ну, видели, да, что он сетнул да, пол. Да. Ну, вы не знаете, что такое сетнул. Короче, пол убирает под людьми. Ну, я поняла, ага. Вот. Отличный игрок. Очень отличный. Покупает привилегию владельца и начинает гасить людей, можно сказать. Ну что, он уже убежал, я ролик этот выложу. Да, может, что-то хотите сказать зрителя, может быть, что-то как-то, или не хотите, не знаю. Даже не знаю. Ну смотрите, давайте так. Ребята, поддержите, пожалуйста, маму. Мамочку, да. Да, потому что она... немножечко трудновато с таким ребеночком, да. Да, потому что она нас все-таки пустила, она нас с вами впустила, она поддержала, она показала нам, что здесь как. И, Марат, пожелай удачи себе, потому что ты будешь на Ютубе. Да, ладно, это не моя квартира. Посмотрят. Все, да, давайте, ролик я выложу. Ага. Проводите меня тогда хорошо, сейчас. Хорошо, да. Все. Настоящий вообще был... iMac это называется, да, настоящий, у него прям была трещина, вы помните, короче,
Блин, ну я дома, ну вы должны поставить лайк и написать комментарий, вообще мама посмотрит опять, обязательно ставьте лайки в поддержку, в общем, вот, да, все дела. Кстати, обязательно хочу сказать то, что мы сделали вайп на сервере Сержокрафт, да, теперь у нас новогодняя зимняя карта со снегом, все круто, все здорово, то есть вы можете сюда заходить, я вас жду, у нас теперь Новый год, у нас теперь здесь круто, у нас теперь здесь снег, не буду долго затягивать, хотел об этом сказать, да и вы видели в рекламном ролике, что да, теперь здесь снег и Новый год близится, и мы должны это показать, поэтому IP описание под роликом, заходите, всех буду ждать, ставьте лайки обязательно, просто ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете, всегда читаем и лайкаю всегда все комментарии, которые мне нравятся, все, всем пока, о, огонек.